Добрый день. Сегодня сделаю обзор беседок, потому что скоро лето, все уже спрашивают, какие виды и так далее. Смотрите, стандартная беседка, это которая беседка с двумя лавочками, спинками, столом и сверху поликарбоната. Это стандартная беседка. По низу 1,80 м, высота 2,10 м, кажется, или 2 метра. Изготовлена из мощной трубы 40 на 40, 20 на 40 и 20 на 20. То есть скелет полностью единое целое. Поликарбонат лежит на скелете. Поэтому гарантия на них 10 лет по снеговым ветровым нагрузкам без ограничений. По ветровым, если вы закрепите какому-то фундаменту. По снеговым мне чистить снег с наших конструкций не надо. Доска идет очень мощная, не 20-ка там какая-нибудь половая, а это 36-я. Два вида тут применяется, 110 и 140 шириной. Покраска венги или палисандр 3 в одном. То есть это антисептик с лессирующим составом. Надо будет все равно потом подкрашивать через определенное время. Вот. Каркас сам изготовлен из оцинкованной трубы, плюс полимерно-порошковая покраска. Цвет коричневый, 8017, шоколад. Вся фурнитура в комплекте. То есть вы можете взять каркас отдельно, можете каркас с доской взять, можете каркас с поликарбонатом взять. Теперь о плюсах и минусах. Значит, при покупке вот такой беседки открытого типа, у вас получается, когда дождь льется, он попадает вам на спину. То есть вот такая беседка, это чисто предназначена от солнца там и от маленького дождика. Второй вид беседок, это когда у вас полностью закрыты стены. Так сказать, от дождя бокового. Тогда вы сидите сухие и все такое. Но есть еще один минус. Весь, что косой дождь идет, справа, слева, он заливает вас стол. Это 100% проверено. Поэтому я всем рекомендую, кто берет беседки даже с боковой защитой, брать их длиной 3 метра. 3-4 метра, чтобы у вас, например, 3 метра если делать, 2-метровый стол, хотя бы по полметра был здесь отступ с каждой стороны. И также может человек здесь встать под навес сбоку или поставить стул. Вот, еще третий вид, это закрытого типа, в основном берут для курилок и так далее, для организации, у нее полностью закрыта стена, это стена боковая, вторая и торец. Также у нее сделаны П-образные лавки и стол посередине. Ну вот, кратко вам рассказал три вида, открытого типа, полузакрытого, то есть закрытого на стену и полностью закрытого. Рекомендую брать 3 метра длиной, если вы для себя, для удовольствия от дождя конкретно в сад. Ну и 2 метра, в принципе, от солнечную погоду спасут вас от солнца. Поэтому заказывайте. Всем огромное спасибо. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки. Всем приятного.